Сотрудники управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Домодедова, Серпухова, Ступино и Ленинского городского округа задержали двоих ранее неоднократно судимых жителей Тульской области, подозреваемых в серии краж. По предварительной информации, с ноября злоумышленники совершили 7 краж из частных домов, расположенных на территориях 4 муниципалитетов Московской области, а также в Новой Москве. Один из правонарушителей отжимал окна первых этажей домов и проникал в помещения. Грабители похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие ценные вещи. Пособник, выполняя роль водителя, осуществлял транспортировку из Тульской области к местам совершения преступлений и обратно. А куда он вещи эти девал? Может быть, в скупку какую-то вы заезжали по дороге? Нет, мы никуда не заезжали. Я его вез на адрес, там указан, я писал. И все, и там он все забирал. Общий ущерб составил более 1 000 000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. В ходе обыска квартир преступников изъята часть похищенного имущества и автомобиль, на котором передвигались фигуранты дела. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.